«Мамочка года» — это развлекательный проект, в котором мамы с детьми проходят различные мероприятия, посещают мастер-классы, ездят на экскурсии, узнают что-то новое, находят новые знакомства, получают положительные эмоции. Это проект не конкурсный, он развлекательно-образовательный для мам и для детей. Участницы все очень разные, они все шли за новыми эмоциями, и по ходу проекта видно, как они раскрываются, что-то новое узнают о самих себе, по-другому смотрят на взаимоотношения с детьми, с семьей, по-другому относятся к самой себе, начинают больше времени уделять для себя любимой. Мамы ездят на выездные экскурсии, работают с психологом, изучают английский язык, учатся рисовать, знакомятся, проводят вместе время. Помимо этого, мамы получают удовольствие как женщины. Конечно, спа-процедуры, расслабление, фэшн. Все это есть «Мамочки года», что, соответственно, и очень нравится нашим участницам. В обыденной жизни молодые мамочки настолько заняты домашними делами, что не хватает времени встретиться с подругами и даже куда-то сходить с детьми. А благодаря этому проекту поводов для семейного отдыха стало гораздо больше. С семьей, оказывается, выбираться – это очень-очень здорово, классно. Не нужно жалеть ни времени, ни денежных каких-то средств обязательно. И это я поняла, вот участвуя в проекте. 2 месяца такой активности постоянной – это в некоторой степени выход из зоны комфорта. Это новые открытия, новые встречи, новые знакомства. Я думаю, в будущем это очень поможет. И, конечно, позитив и счастье. Я тут почти самая старшая. Есть, конечно, постарше. Это было очень прикольно именно с маленькими детьми. Я люблю детей. Вот. И это было очень прекрасно. Впечатление только положительное. Я очень так волнуюсь. Мне в хорошем настроении очень. Кроме друзей и родственников, которые пришли поддержать участниц, за проектом с удовольствием наблюдали и партнеры. Мамам очень нужно вспоминать о том, что они еще и женщины, и заботиться о себе в первую очередь, потому что наполненная мама, которая знает, что она красивая, что она творческая, что она многое может, она дает эту уверенность, передает своим детям, мужу. То есть уверенная мама, спокойная мама – это залог счастья в семье. Я думаю, люди, которые приходят на такие проекты, они чувствуют себя более гармоничными, более окрыленными после проекта. Такие проекты нужны нашему городу для того, чтобы женщина, даже когда является мамой, могла почувствовать, что она еще и женщина, что она может быть красивой, творческой, что она может развиваться и быть примером для своего ребенка. Потому что когда мама развивается, то и ребенок развивается рядом с ней. Это очень актуально в наше время, потому что вы знаете, что сейчас жизнь быстро-быстро набирает темп, и поэтому те, кто в тренде, те, кто разбирается в области красоты, они всегда на высоте. И тем более для наших мамочек потрясающих, да, чтобы они как-то могли раскрыть себя не только с детками, да, поэтому для них, я думаю, что замечательные такие проекты, это просто вот необходимость в наше время. Для мамы с ребенком это, конечно, очень важная работа, потому что это новые взаимодействия и открытие для ребенка своей мамы с новой стороны, которую, возможно, ребенок никогда не видел. И для мамы это возможность увидеть и своего ребенка тоже с какой-то новой стороны, с какой-то новой грани, которая, возможно, до этого была закрыта. Все участницы проекта безумно разные, но их объединяет одно – это любовь к детям, любовь к себе и любовь к семье. Участие в подобном проекте стало отличным шансом хорошо провести время со своими близкими, наполнить себя позитивными эмоциями и подарить их своим родным. Если вы давно хотели принять участие в подобном проекте, изменить себя и свою жизнь, то прямо сейчас идет регистрация на сайте мамочкагода.рф на новый 12-й сезон, главным призом которого станет поездка в Диснейленд для всей семьи.